Итак, эксперимент номер один. Узоры Лихтенберга. Место съемок жестовое. Трансформатор. Выключатель с розеткой. И подопытный материал. В данном случае у нас сосна, пропитанная раствором соды. Пить не советую. Ужасно противная гадость. И что? Поехали. Есть чем зарыться. Вот такая вот пока что. Ну, потом сейчас я ее протру немножко. Так, получилось у нас вот такой вот интересный рисунок. Это у нас сосна, повторюсь. Будем экспериментировать с материалами. Вот. Очень хотелось бы посмотреть, что у нас из этого выйдет. Можно сказать, что пока что, что пропитывать нужно лучше, чтобы было мокро, потому что закипает, быстро сохнет и проводимость электрическая пропадает. Будем экспериментировать дальше. Всем пока, спасибо.